Высоких гостей встречали сегодня и в Прохоровском доме-интернате. Ветеранам губернатор Белгородской области Евгений Савченко и член Совета Федерации Федерального собрания России Николай Рыжков торжественно вручили специализированный автомобиль. Мы стараемся каждый раз побывать у вас. Не всегда, правда, получается у нас. Но, тем не менее, мы никогда вас не забываем. Никогда. В прошлом году, во время одной из таких встреч, вы вот этой комнате, комнате отдыха, попросили, что нам надо транспорт, чтобы можно было ездить в поселок не только вот всем ходячим и так далее, но и колясочникам. Получайте подарок, вот, используйте его, чтобы к вам мир стал ближе. И можете ездить в Белгород, можете ездить еще по окрестностям здесь. Наслаждайтесь новыми возможностями, вот, чтобы жизнь у вас была приятнее, многообразнее и гармоничнее. Специализированное авто для колясочников приобрели благодаря фонду поколения Андрея Скотча. В доме-интернате такую машину ждали давно. Теперь ветераны смогут совершить путешествие по значимым героическим местам Белгородского края.